Видос. Где ассоциации мои? Это со вчерашнего стрима. Сейчас мне нужно, у меня стрим. Че? А, уже идет запись. Всем привет, я Диана Райс, я стример. И просто, я думаю, я хороший человек, да? Мне 21 год, 1,70 м рост, вешу 55 килограмм. Так, может, кому-то надо сейчас. Ебать, хуёвый звук стоит. Спрашивают просто. А, вот, да, я в ассоциациях. Макривский, почему ты не приехал? Я не понимаю, типа... Этот ребенок. Короче, объясняю, там ребенок тупо выбегает в сторону камеры. Это ебало. Короче, там ребенок выбегает в сторону камеры, типа, с такими, блядь, перепуганными глазами, и его останавливает в секунду просто чел из команды, я забыла, как его зовут, прости, пожалуйста. Поэтому я и проржала. Начинаем. А вообще я... Грустно. Качество. Реклама, блядь. Кринжатина. Как и сейчас. Не дай бог. Боюсь. Мишка. Этот Мишка удалил меня из друзей, сука. Если бы я знала это на тот момент, я бы не сказала, что он Мишка, блядь. Злая какая-то стала. Я, кстати, да. Ну, потому что я боюсь удаления. Хороший человек. Братик. Умница. Блядь, сердце болит. Знает, чего хочет. крутой человек. Обожаю. Она довольно-таки умная. Последние 5 лет. Разбан! Когда она перестанет врать? Нечисть. Озвучка. Ну да, озвучка. Батя. Кто это вообще? Кто это вообще? Его нами купили? С этим натуре. Скилл. Симпл, блядь. Она на симпла пох... Это та тёлка, блядь, на самом деле на симпла очень много людей, типа, кидали. Там очень много баб кидали, типа, очень. Скилл, I don't know. Бля. Ребенок? Ну, не он конкретно, он ребенка просто ждет, чтобы типа понятнее было. Я, кстати, охуела, что у него огромный там член. 8-й месяц, блядь. Адекватность. Квадраты. Цепь, цепь, цепь. What? Не на стримах. Девочки, привет! Нина пробует кокос. Заработаются. Страх. Нанесла гражданину Брюхову 4 колотые раны тупым предметом. Не знаю. Интересно, наверное. Черно-желтый. Черно-желтый народ. Все по цвету. Хороший человек. Конечно же, хороший человек. Обещал сказать. Я. Кринжайтина, походу. Фу. Мне вообще сложно смотреть видосы, где есть я. Ну, такое, да.